Подписываемся, ставим лайки. Поехали! Тратить деньги на эксклюзивные дорогостоящие вещи могут люди, которые обладают значительным капиталом. У них есть такая возможность, поэтому они любят радовать себя дорогими подарками. Например, приобрести кроссовки, цена которых $1000. Это не шутка. Предлагаем рейтинг самых дорогостоящих кроссовок, которые производятся в ограниченном количестве. Пятое место. Nike SB Flam Dunk High, $7500. Бренд принадлежит к премиальной категории, так как продаются всего в нескольких магазинах мира. Преобладающие цвета – черный и белый. Сбоку мы видим золотые и красные вставки. Nike SB Flam Dunk High очень качественный в носке. Подходит для профессионального спорта и прогулок пешком. Смущает цена. Четвертое место. Nike Air Zoom Kobe 1, $30000. Состав коллекции 25 пар. На кроссовках изображены американские города. Оригинальная изюминка. Каждая пара упаковывается в коробку из дерева с изображением географической карты мегаполиса. Впервые в данной модели вышел в свет баскетболист Коби Брайант, игрок команды Лос-Анджелес Лейкерс. Говорят, что именно благодаря своей обуви известный баскетболист забил 81 очко. Третье место. Nike Air Force 1, $50000. Над созданием модели работали Дом моды Кристиан и фирма Nike. Роскошный дизайн, логотип Nike обрамлен бриллиантами в 11 карат. Можно сказать, это одна из наиболее восхитительных моделей, ювелирный шедевр для тех модников и модниц, которым он по карману. Второе место. Silver Air Jordan Shoes, $60000. Известный спортсмен Майкл Джордан сделал автограф на паре кроссовок этой модели и подарил своему фанату, который не растерялся и решил заработать, выложил пару на продажу в eBay за $60000. Национальная баскетбольная ассоциация запретила кроссовки Silver Air Jordan, но спортсмен, несмотря на запреты, продолжал надевать их на все матчи и получал штраф $5000. Все штрафы спортсмена были оплачены. Первое место. Кроссовки Diamond Studded Nike Boots, $218000. Фирма Nike производит спортивную обувь, которую украшают сапфиры, бриллианты и белое золото. К примеру, чтобы украсить одну пару требуется 7444 драгоценностей. Создатель, бренд Nike, заявляет о ее преимуществах перед конкурентами. В первую очередь, эта обувь хорошо влияет на осанку. А также ваши ноги никогда не устанут, даже при длительной ходьбе, выполнена из качественного и долговечного материала. Купить ее могут только избранные богачи. В мире три пары Diamond Studded Nike Boots, которые...